Беседа 38, 17-16. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями, чтущими Бога ежедневно на площадях со встречающимися. Смотри, как он терпел от иудеев гораздо более искушения, нежели от еленов. В Афинах даже он не потерпел ничего такого, но все кончилось смехом. Еще убедил некоторых от иудеев, уже много пострадал. Так сильно они были вооружены против него. Потому и говорит писатель. Когда Павел был в Афинах, возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Справедливо он огорчался, потому что нигде нельзя было видеть столько идолов. Смотри, как он опять беседует с иудеями, через это заграждает уста тем, которые утверждают, будто он оставил их, обратившись к язычникам. Удивительно, что философы горделиво не посмеялись ему тотчас же, как он стал говорить, и не отвергли его учение, сказав, оно далеко от философии. Это потому, что он не имеет надменности. Или с другой стороны, потому что они не понимали и не разумели ничего из сказанного. В самом деле, могли ли разуметь его те, из которых одни почитали Бога существом телесным, другие удовольствие считали блаженством? Некоторые из эпикурийских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот Циспов? А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Они думали, что воскресение, Анастасис, есть какое-нибудь божество, так как имели обычай почитать и женщин. И взявшие его привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Повели его в Ареопаг не для того, чтобы научить, но чтобы наказать его, так как там судились уголовные преступления. Смотри, как они под видом желания научиться во всем обнаруживают свою страсть к новостям. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили времени, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь великое. И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожные. И, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Всего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Как бы похваляя их, он, по-видимому, не говорит им ничего неприятного. Что это значит, неведомому Богу? Афиняне, принимавшие в разные времена разные богов и даже иноземных, например, богиню Минерву, Пана и других из других стран, боясь, чтобы не нашелся еще какой-нибудь бог, неведомый им, но почитаемый в другом каком-нибудь месте, для большей безопасности поставили жертвенник и ему. И так как этот бог был неизвестен, то и написали неведомому богу. «Этот-то бог, — говорит Павел, — и есть Иисус Христос, или лучше, Бог всех, которого вы, не зная, чтите, говорит, его я проповедую вам». Смотри, как он доказывает, что они прежде принимали его. Ничего странного, говорит, ничего нового я не предлагаю. Они, говорит, что всегда любили слушать что-либо новое, и теперь что-то странное влагаешь ты в уши наши. Потому он немедленно уничтожает их предупреждение и говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Потом, чтобы они не думали, что он есть один из многих богов, в исправлении этого присовокупляет. «И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь, дыхание и все». Видишь ли, как он мало-помалу научает их любомудрию. От одной крови он произвел весь род человеческий. Для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, это свойственно Богу. Но заметь, это может быть сказано и о Сыне. Небеса и земля, говорит, Господь сотворил, небо и земли, которые они считали богами, которых объясняет им сотворение мира и людей.
дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из наших стихотворцев говорили, мы Его и род ваших стихотворцев. Но поэтому-то, скажут, и должны? Отнюдь нет. Ни мы, ни наши души не совершенно подобны Богу. Почему же он не стал прямо научать любомудрие, не сказал, Бог бестелесен по существу, не видим, не изобразим? Потому что излишне было бы говорить это людям, которые еще не знали, что Бог един. Потому, не говоря об этом, он останавливается на более близком предмете и говорит, «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Смотри, тронувший душу словами, что назначил день, и устрашив, он потом благовременно присовокупляет, воскресив его из мертвых. Но обратимся к вышесказанному. В Афинах, ожидая их, Павел возмутился духом. Не гнев ли его ревность означает здесь раздражение, но горячность души и ревность, как и в другом месте, где говорится, и было между ними разногласие, спор. Смотри, как это устрояется, тогда как он невольно остался здесь, ожидая своих спутников. Что знаешь, раздражились, иначе сказать, возревновал. Этот дар далек от гнева и негодования. Он не мог снести и скорбел духом. Смотри, он опять беседует с иудеями. Честивым же называют здесь прозелиты. Иудеи со времени пришествия Христова рассеялись повсюду, как потому, что с того времени закон потерял силу, так и для того, чтобы научать людей благочестию. Но сами они не получали никакой пользы, а только уверялись в своих бедствиях. Некоторые же от эпикурейских и стоических философов состязались с ним. Афиняне тогда уже не управлялись своими законами, как подвластны римлянам. А отчего философы стали состязаться с ним? Они видели, что другие беседуют с ним, и что этот человек пользуется славою, и смотри, как обидно они тотчас же выражаются. Душевный человек не принимает того, что от духа говорит на это Павел, 1 Коринфянам 2:14, думая, что он проповедует каких-то иных, чужих богов. Демонами они называли своих богов, а города их были наполнены идолами, и взяли вели в Ареопаг. Для чего повели? Чтобы устрашить его, так как там судились уголовные преступники. Здесь указывается на то, что хотя они постоянно проводили время в том, чтобы говорить или слушать, но и для них казалось странным это учение Павла, которого они еще не слыхали. Став посреди Ареопага, Павел сказал... Не сказал прямо идолов, но для предисловия к речи сказал, вижу, что вы как бы особенно набожные. По причине упомянутого жертвенника, он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, произнес одно слово, которым не спроверг все учения философов. Эпикурейцы утверждали, что все произошло само собой и составилось из атомов. Стоики, что... Все телесное и составилось из огнеобразного вещества. А он говорил, что мир и все, что в нем, дело Божие. Видишь ли, какая краткость и в краткости какая сила. И смотри, что им казалось странным. И то, что Бог сотворил мир. Что теперь всякий знает, того не знали афиняне и мудрейшие из афинян. Если же он сотворил, то очевидно, что он есть Господь. Заметь, какое, по словам его, отличительное свойство божества – творчество, которое принадлежит и Сыну. И пророки везде говорят, что творить свойственно Богу. Не так, как эти еретики, которые признают творцом иное существо, а не Господа.
предполагая несознанное вещество. Здесь он высказал, подтвердил свою мысль, но некоторым образом не спроверг учение и этих еретиков. Не в рукотворенных храмах живет. Бог обитает и в храмах, но не в таких, а в душе человеческой. Смотри, как он не спровергает чувственное служение Богу. Как? Разве Бог не обитал в храме Иерусалимском? Нет, но только действовал. Разве он не принимает служение от рук человеческих иудеев? Не от рук, но от души. И этого требовал не потому, чтобы имел в том нужду. Ем ли я, говорит он, мясо волов и пью ли кровь козлов? Затем сказав, не от рук человеческих. Недовольны ведь того, что он ни в чем не нуждается, как сказано, хотя это есть божеское свойство. Но надлежит быть еще и другому. Он присовокупляет сам, дая всему дыхание и жизнь и все. Указывает два отличительных свойства божества. Ни в чем не нуждаться и всем подавать все. Сравни с этим то, что говорили о Боге Платон или Эпикур. И все в сравнении с этим окажутся пустословием. Да я, говорит, жизнь и дыхание. Вот и по отношению к душе утверждает он, Бог есть творец ее, а не родитель. Посмотри еще, как он опровергает учение о веществе. Сотворил, говорит, от одной крови весь род человеческий. Это гораздо лучше их учения. И не спровергает и атомы, и несознанное вещество. Здесь он показывает, что и душа человеческая неделима. И что быть творцом не то значит, что они говорят. А словами, что Бог не требует служения рук человеческих, выражает то, что он принимает служение душою и умом. Сказав наперед, как произошло небо, он потом изъяснил, что Бог живет не в рукотворенных храмах. И как бы так сказал, если он Бог, то очевидно сотворил все. Если же не сотворил, то он и не Бог. Боги, говорит, которые не сотворили небо и земли, должны быть отвергнуты. Таким образом, он преподал учение гораздо выше философов, хотя и не сказал еще о важнейшем, так как еще не пришло время, а он говорил с ними, как с детьми. Учение о творении, о господстве Бога, о том, что он не нуждается ни в чем, 336. Сказав, что Бог сотворил от одной крови род человеческий, он указал причину всех благ. Что может сравниться с этим величием? Удивительно, сотворить от одного столь многих, но еще удивительнее обладать всеми. Никому, говорит, не нужно было ходить и искать Бога, или если не так, то определил искать Бога, но определил не навсегда, но назначил определенные времена. Этими словами он выражает, что и теперь искавшие не нашли его, хотя он был так явен для ищущих, как бы находящийся перед нами осязаемый предмет. Не таково это небо, чтобы в одном месте оно было, а в другом нет, чтобы в одно время было, а в другое нет. Но во всякое время и на всяком месте можно найти его. Так устроил Бог, что ищущим его не препятствует ни место, ни время. Это самое им много послужило бы во благо, если бы они захотели. То есть, что это небо находится везде, существует во всякое время. Потому он и сказал, и он недалеко от каждого из нас, но находящийся близко от всех. Это значит, что Бог не только дал нам жизнь, дыхание и все, но, что важнее всего, открыл путь к познанию его, даровал то, через что мы можем найти и достигнуть его. Но мы не захотели искать его, хотя он близ нас, недалеко от каждого из нас. Так близок ко всем, говорит, находящимся повсюду во Вселенной. Что может быть больше этого? Смотри, как он не спровергает частных богов. Что я говорю недалеко? Он так близко, что без него невозможно и жить, ибо им мы живем и движемся и существуем. Как бы указывает на вещественный пример в таком роде. Так невозможно не знать воздуха, который разлит повсюду и находится недалеко от каждого из нас. Или лучше, находится и в нас самих. Точно так и Творца всего. Смотри, как Павел приписывает ему все. И промышление, и сохранение, бытие, действие и продолжение всего. Не сказал через него,
но что означает большую близость в нем. Ничего подобного не сказал тот поэт, который выразился «Ибо мы его и род». Тот сказал о Юпитере, а он относит это к Творцу, разумея не то самое существо, которое тот разумел, да не будет, но применяя к нему то, что, собственно, сказано о другом. Равно как и жертвенник, он приписал ему, а не тому, которого они почитали. Говорилось и делалось нечто, относящееся к нему, но эллины не знали, что это относится к нему, а относили к другому. Скажи мне, о ком, собственно, можно было сказать, неведомый Бог? О Творце или о демоне? Очевидно, что о Творце, хотя они не знали его, а того знали. Как те слова, что «все сотворил Бог», надобно относить, собственно, к Богу, а не к Юпитеру, к какому-то человеку порочному, нечестивцу и чародею. Так точно и слова «мы», «его» и «род». Павел сказал не в одинаковом с поэтом, но в другом смысле. «Род Божий, — говорит, — мы», то есть родственные и ближайшие, или, так сказать, приближенные и соседственные. А чтобы они опять не сказали, что-то странное ты влагаешь в уши наши. Ничто ведь так мало не соответствует людям, как это. Он ссылается на поэта. «И не сказал, вы нечестивые и перенечестивые, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, но смиренно, — говорит, — не должны думать это, но гораздо выше этого». Что же выше этого? Бог! Но этого не сказал, потому что это имя означает положительную деятельность, а говорит пока отрицательно. Божество не подобно этому. Кто может сказать это? Смотри, как он доводит до понятия о бестелесном. Когда ум представляет тело, то вместе с тем представляет и пространство. Кто-нибудь мог сказать, мы не думаем этого, для чего же он говорит это? Он обращал речь свою ко многим и хорошо сказал так. Если мы по душе не подобны этим вещам, то тем более Бог. Таким образом, он отклоняет их от этой мысли. И не только божество не подобно искусственному изображению, но не подобно и другому какому-либо разумению человеческому, вымыслу, так как все изобретается или искусством, или умом. Потому он и сказал, если Бог есть то, что изобретается искусством человеческим или умом, то и в камне было бы существо Божие. Если же мы живем им, то как не находим его? Вдвойне он осуждает их и за то, что они не нашли его, и за то, что изобрели тех богов. Ум сам по себе никогда не бывает достоверным. Когда он тронул их душу, показав, что они безответны, то смотри, что присовокупляет. Ибо Бог до времени позволил людям жить в неведении, а ныне назначил время определенное, чтобы всем повсюду покаяться. Как? Разве никто из них не будет наказан? Никто из тех, которые желают покаяться. Об этих он говорит, не о скончавшихся, а о тех, которым проповедует. Бог не требует, говорит, отчета от вас. Не сказал, он оставил без внимания или попустил, но вы находились в неведении. Презирал, то есть не подвергает наказанию достойных наказания. Вы находились в неведении. Не говорит, вы делали зло добровольно, так как это видно из вышесказанного. Всюду покаяться. Этими словами указывает на всю вселенную. 338. Смотри, как он отклоняет их от мысли о частных богах. Потому что он назначил день, в который будет судить всю вселенную по правде. Опять указывает на вселенную, разумея здесь людей. Через мужа, смотри, как он упомянул воскресение, опять указал на страдания Христова, воскресив его из мертвых. А что этот суд праведен, видно из воскресения, так как одно другим подтверждается. И что все это он сказал справедливо, видно из того же, что и Христос воскрес. Так и всем апостолы проповедовали веру во Христа, удостоверяя, что Он воскрес. Впрочем, это известно. Все это сказано афинянам, но благовременно сказать и нам, что всем всюду должно покаяться, потому что Бог назначил день, в который будет судить вселенную. Смотри, как Павел представляет его и судьей, и промыслителем мира, человеколюбивым и милостивым, всемогущим и премудрым, и вообще со всеми свойствами, принадлежащими Творцу. Сказанное он привел в доказательство того, что он Христос, воскрес из мертвых. Итак, покаемся, потому что нам должно быть судимыми.
если бы Христос не воскрес, то мы не были бы судимы. Если же Он воскрес, то мы непременно будем судимы. Ибо для того, говорит Писание, Христос и умер, чтобы властвовать и над живыми, и мертвыми. Еще всем нам должно предстать пред судилище Христово, чтобы у каждого принять соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, чтобы каждый получил то, что он соделал. Не думайте, что это одни только слова. Здесь он предлагает учение и о воскресении всех, иначе вселенная не может быть судима. Слова «воскресил его из мертвых» относятся к телу Христову, а оно было мертво. Оно подвергалось смерти. Елен отвергает учение как о творении, так и о суде, утверждая, что это выдумка детей и людей пьяных. Но мы, зная об этом верно, будем делать все на пользу нашу и постараемся примириться со Христом. Доколе мы будем враждовать против Него? Доколе будем питать к Нему чувство неприязни? Да не будет. Говорят, к чему ты говоришь это? Не стал бы я говорить, если бы вы не делали этого. А теперь какая польза от того, что словами не выражаете этого, когда дела вопиют с такой ясностью? Как же нам возлюбить его? Говорил я об этом тысячу тысяч раз. Но скажем и теперь, я нашел, кажется, один способ весьма важный и чудный. Размыслив о благодеяниях Божьих, касающихся всех вообще, и столь обильных, что невозможно исчислить их, и за все это воздав Ему благодарность, будем все представлять то все, что Он сделал для каждого из нас, и размышлять о том каждый день. Это имеет великую силу, потому каждый из нас пусть помыслит сам в себе и тщательно припомнит, когда он, подвергшись опасности, избег от рук врагов, и пусть содержит благодеяния Божии, как бы написанными в книге. Например, не отправлялся ли он когда-нибудь в путь неблаговременно и избегнул опасности? Не имел ли когда-нибудь дело с негодными людьми и вышел победителем? Не впадал ли когда-нибудь в болезни, сверх всякого отчаяния выздоравливал? Это много содействует к примирению нас с Богом. Если Мардохей и добрые дела его, когда они были воспомянуты царем, столько принесли пользы, что он опять достиг прежнего величия, Эстер 4.1, то тем более получим пользы мы, если будем припоминать и тщательно наблюдать, в чем мы согрешили против Бога, и какие блага Он даровал нам. Тогда мы и будем благодарны и оставим все греховное. Но никто не воспоминает ни о чем подобном. А как о грехах мы говорим, что мы грешны, не исследуя, в чем именно, так о благодеяниях Божьих говорим, что Он благодетельствует нам, не исследуя, где именно, в чем, в какое время. Отныне же будем более внимательны. Если кто может припомнить и давнее благодеяние Божие, пусть тщательно размышляет о всем и найдет в этом великое сокровище. Это полезно нам и для того, чтобы не впадать в отчаяние. И если мы увидим, что Он многократно благодетельствовал нам, то не станем отчаиваться и считать себя отверженными, но будем иметь великий залог попечения Его о нас, при мысли, что и согрешаем, мы не подвергаемся наказанию, но еще пользуемся Его благодеяниями. 340. Скажу нечто, слышанное мной от одного человека. Был один отрок, и случилось ему быть вместе с матерью за городом, когда ему еще не было 15 лет. В это время сделалась дурная погода, и они оба заболели горячкой, а была осень. Мать поспешила отправиться в город, а отрок, которому врачи предписали остаться там, чувствуя жар от горячки, начал полоскать рот, рассуждая и думая, что он таким образом скорее уничтожит горячку, нежели если не будет употреблять ничего. Рассудив, как отрок, он по неблаговременному упрямству не переставал делать это. Когда же прибыл в город, то у него отнялся язык. Долго он не говорил, не мог произносить ничего раздельно. Впрочем, читал и долгое время ходил к учителям, но напрасно и без успеха. Не оставалось никакой надежды, мать была исполнена горести. Многое придумывали врачи, многое придумывали и другие, но никто не помог, пока человеколюбивый Бог не разрешил уз языка его, и тогда он выздоровел и получил прежний дар слова и ясность голоса. Та же рассказывала мне его мать, что он, будучи еще младенцем, имел в носу болезнь, называемую полипом. Врачи также отчаялись, мать молилась, чтобы он умер.
И отец, тогда он был еще жив, желал ему того же. Состояние было совершенно безнадежное. Но вдруг он чихнул. При этом стремительным течением воздуха изверг из ноздрей означенное животное. И все страдания прекратились. Когда же прошла эта болезнь, то сделалось сильное гноевидное течение из глаз. И, продолжаясь непрерывно, производило столь густое нагноение, что закрывало зрачок, как бы пеленою. И, к несчастью, угрожало слепотой, чего все и ожидали. Но, по благодати Божией, вскоре он избавился от этой болезни. Это я слышал. А теперь расскажу вам, что сам знаю. Однажды правители возымели подозрение на наш город, тогда я был еще юношей, и, окружив его извне воинами, искали, не попадутся ли где чародейские волшебные книги. Один, написавший такую книгу и бросивший ее недоконченной в реку, был пойман, так как по требованию он не мог представить ее, то был связан в один по всему городу, и когда подозрения на него увеличились, то был казнен. В то время я, желая пройти в храм мучеников, шел через сады подле реки с одним человеком. Он увидел плывшую по поверхности книгу и сначала подумал, что это полотно, но когда приблизился, то увидел, что это книга, и спустившись, взял ее. Я еще смеялся и спорил с ним, чтобы находка была общую. «Но посмотрим», — сказал он, — «что это такое?» Развертываем часть страницы и видим, что это волшебная книга. Случилось, что в то время самое проходил воин. Тогда тот вскрыл ее и пошел цепенея от страха. Кто мог поверить, что мы, вынув из реки, хотели истребить ее, тогда как и самые неподозрительные люди были задерживаемы? Бросить ее мы не смели, чтобы не быть замеченными. Так же страшно было разделить ее между собою. Но Бог устроил так, что мы и бросили, и избавились от крайней опасности. Много такого я мог бы рассказать вам, если бы захотел перечислять все. И это рассказал я для вас, чтобы каждый, зная, если не такие, то какие-нибудь другие случаи, постоянно помнил об них. Например, не случалось ли, что камень, брошенный и могший упасть на тебя, не попадал в тебя? Содержи это всегда в памяти. Это много содействует нам питать любовь к Богу. Если мы, вспоминая о людях, избавивших нас от чего-нибудь, сильно сокрушаемся, когда не можем возблагодарить их, то тем более должны быть благодарны к Богу. Это полезно и в другом отношении. Хотим ли мы не унывать в несчастье, будем говорить, неужели доброе будем принимать от Господа, а злое не будем? И Павел для того говорил о своем избавлении от опасности, чтобы вспомнить о благодетелях. Смотри, как Иаков содержал все в уме своем, потому и говорил: «Ангел, который меня избавляет от юности моей». И не только то будем помнить, что Господь избавлял нас, но и то, как его, в каком случае. Вот Иаков помнил самые частности благодеяния. «Жезлом сим, говорил он, перешел Иордан», Бытие 32.10. Иудеи всегда помнили даже благодеяния, оказанные предкам их, повторяя бывшие в Египте, тем более мы должны помнить о своих обстоятельствах и о случившемся с нами самими, о том, как часто мы впадали в затруднения и несчастья. И если бы Бог не подавал нам руку помощи, то мы давно бы погибли. Зная это и повторяя каждый день, будем все мы постоянно благодарить Бога и все вместе воссылать Ему хвалу и непрестанно славить Его, чтобы за благодарность свою получить нам великое воздаяние благодатью и щедротами единородного Его Сына, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.